В зале художественного музея вместо застывших картин – живые модели. В качестве зрителей – 20 активных женщин города, представители культуры, образования, экономики, спорта и медицины. Сегодня их вниманию представлены стильные и элегантные образы «Весна-лето-2021». Это показ закрытый, ну, в связи с тем, что сейчас пандемия, ковид, мы не можем пригласить много гостей, но все наши прекрасные дамы города Бобруйска могут ознакомиться с этой экспозицией непосредственно. Естественно, на сайтах и в средствах массовой информации будет выложено много фотографий. Они могут посмотреть наряды, подобрать что-то для себя и, конечно же, обратиться в фирменные магазины города Бобруйска. Для создания коллекции дизайнеры используют полотна из хлопка, льна и вискозы, а также изделия из натуральной кожи. Посыл авторов – универсальность и легкость. На импровизированном подиуме представлены модели известных белорусских брендов «Калинка», «Славянка», «Бобруйск Трикотаж» и «Фабрика художественных изделий». Каждая ткань, она по-разному ощущается и нашим телом, кожей, да. Вот «Фабрика художественных изделий», в этом чувствуешь легкость, как будто бы ты на поле, я не знаю, прям восторгаешься этим ощущением легкости. Презентация включает 8 дефиле. Образы как для женщин, так и девочек. Платья, костюмы, рубашки, тренчи, школьная форма и кожаные изделия. На десерты демонстрация луков из натурального льна. Мне действительно понравилось много моделей и спортивные вещи для детей, потому что я как мама, конечно, сразу обратила внимание, в чем может пойти мой ребенок погулять на улице, ну а также и школьная форма меня поразила. Были замечательные модели детские, девичьи платья, было просто превосходно. Этот показ приурочен к Международному дню музеев. В этом году профессиональный праздник отмечается в 44-й раз. У хранителей искусства всегда открыты двери для творческих предложений. Модный фестиваль тому доказательство. Ольга Васинда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.